Всем привет, с вами Кубик и добро пожаловать на новое офигительное выживание в Майнкрафте, где сегодня я тебе покажу очень много всего интересного. Смотри, короче, и раз уж я начинаю потихоньку становиться профессионалом, смотри, что я тебе хочу сказать. Первым делом нужно, конечно же, построить дом в Майнкрафте, потому что как без этого можно? Так, здесь еще всякие вот такие чувачки есть, которых желательно опасаться. Воу, стоп. Я не понял, я уже только сейчас в Майнкрафт зашел. С какого фига здесь дом какой-то стоит? Ладно, давай попробуем его исследовать. Знаешь, что я понял? Так мне сейчас получается и дом достроить не надо, я просто взял и его нашел. Так это же вообще просто максимально изи. Так, давай тогда посмотрим, что находится у нас в этом домике. Так, здесь какой-то стук и просто вслушайся. Звуки какие-то очень странные на самом деле. Ладно, я даже сделаю их погромче специально, чтобы ты слышал. Так, смотри, там у нас лежат какие-то вещи, что... Так, мобила, ага, я понял, и баланс 500 тысяч долларов. Чё? Я карту нашел с деньгами, да ну нафиг. Вот этот дом мне начинает нравиться все больше и больше. Так, и в нем у нас находится... Ё-моё, это что, блин, такое? Где я вообще оказался? Дом какой-то максимально странный на самом деле. Так, я думаю, то, что вот эти порталы можно просто сломать и нормально жить в этом доме. Черт, он, походу, не ломается, да? Ё-моё, ладно, окей. И чё, и сколько мне вот эти блоки ломать? Ладно, давай тогда, знаешь, что попробуем не ломать его, а просто попробовать зайти в один из этих порталов. И просто интересно, где же я все-таки окажусь? Сидел старик на лавочке, считал свои козявочки, раз, два, три, козявкой будешь ты. Все, я захожу в тебя. Погнали. О, портал нет, хоть бы я выжил. Фу. Так, и чё? И куда я попал? Я все понял. Я просто оказался прямо в GTA-шке на телефоне. Вот смотри, у меня есть телефон. Телефон на андроиде. И прямо на этом же андроиде я попал в GTA-шку на сервер Mordor RP. Вот видишь, там снизу надпись подо мной есть. Вот я оказался прямо здесь. Я такого вообще не ждал. Я хотел просто выживание в Майнкрафте начать. С какого фига? Ладно, так уж и быть. Смотри, давай тогда просто возьмем и поиграем прямо на этом сервере. А чуть-чуть попозже я тебе расскажу, как можно поиграть прямо вместе со мной. Так что смотри видео обязательно до конца и его не перематывай. Смотри, в общем, мы бежим вот сюда, в нашу, так сказать, секретную точку. И просто прописываем одну очень интересную команду. Команду Cars. Окей, забираем нашу тачку сразу же, заспавнить. И вот смотри, у меня есть своя собственная точила. И я ее, кстати, купил в предыдущих сериях. Если ты предыдущие серии не смотрел, обязательно их глянь. А я пока что вожу еще одну очень интересную команду Lock, чтобы разблокировать свою тачку. Сажусь прямо в нее. И теперь я просто могу взять и на ней покататься. Будет очень офигительно. Для этого смотри, мы просто берем, заводим двигатель. Окей, так, короче, я помню свои проблемы, которые были у меня в предыдущих сериях. Мне нужно сейчас 100% доехать до заправки. Хоть с бензом у меня проблемы нет. Вот смотри, у меня 53 литра. Но вот ремонтные наборы мне бы на самом деле не помешали. Так, чувак, ты чё такой быстро здесь гоняешь? Офигел, что ли, мне тут дорогу переступать? Не-не-не, я буду ехать первый, потому что я здесь самый настоящий король вообще в этой игре. Потому что, кстати, знаешь, что я понял? Во-первых, смотри, я когда в Майнкрафте там стоял, у меня была карта на 500 тысяч долларов. И у меня сейчас на балансе 500 тысяч долларов. Это очень хорошо, только я там был в доме в Майнкрафте. Почему сейчас я не в доме, я не понял. Это на самом деле какая-то проблема. Ладно, ничего страшного, я так думаю, что эту проблему я обязательно решу. Но для начала мне нужно доехать до заправки и желательно, блин, не накосячить. Так, аккуратно. Здесь, я помню, превышать скорость нельзя. Я превысил, черт. Ну я ж только об этом подумал, надо было чуть пораньше, видимо, притормаживать. Вот я нубас, ладно, ничего страшного. Я помню только единственную заправку, которая находится вот здесь, вот по пути в Сан-Фиеро, вроде бы этот город называется. Если я ничего не путаю, мы, получается, становимся прямо сюда в центр и прописываем команду full. Ну, типа, фуел топливо. Вот, прописываем ее. Так, купить канистру, вроде бы канистра у меня уже есть. Да, я не унесу еще одну канистру. Тогда мы прописываем еще раз эту команду и покупаем инструменты. Товара нет в наличии. Да вы чё, гоните что ли? У меня, блин, машина если сломается, я что делать-то буду? Так, окей, тогда нужно придумать способ, что мне делать дальше. Ладно, видимо, придется искать другую заправку. А пока что, в общем, я тебе хотел рассказать одну такую проблему, очень серьезную. У меня просто так пропал миллион долларов, это просто капец, на который в прошлой серии я купил себе дом. В общем, я ж, получается, сделал свою ставку на миллион долларов, да? Ты же помнишь? Ну, там 910 тысяч, что ли, было, что-то такое. В общем, после этого я просто решил выйти из игры. И знаешь что? У меня пропали деньги, а дома... Кстати, да, стоп, да, а как узнать? Может быть, дом все-таки принадлежит мне? Заходим в статистику, дом отсутствует. Дома нет, денег тоже нет. Это что, блин, за беспредел? Просто капец. А, стоп, у меня в банке 500 тысяч долларов лежит, да? Ну-ка, подожди, 500 тысяч, 500, и здесь...
А здесь у меня 513 тысяч. То есть я могу 500 косарей-то еще забрать. Ух ты, так сейчас мы вообще шиканем получается. Смотри тогда. Мы сейчас едем быстренько в банк, забираем 500 косарей и едем сразу же покупать себе офигительный домик. Так, только сейчас бы банк еще где-нибудь найти. А я помню, он находился где-то рядом со спавном. А пока я до него еду, я вас хотел очень сильно поблагодарить, потому что вот эти 500 косарей, которые у меня сейчас наверху здесь есть, это все только благодаря вам. Вы переходите в игру, указываете мой ник, и потом, когда вы третьего уровня добиваетесь, мне дают сразу же 50 или 40 тысяч. Я, честно говоря, не помню, и вам тоже за это дают денежки, поэтому я тебе говорю, это самый легкий способ, как можно нафармить деньги прямо на этом сервере. Так, смотри, я вроде бы вижу банк, но мне нужно быть немного поаккуратнее, чтобы, блин, не врезаться, потому что ремонтного набора у меня с собой нету. Так вот, я же хотел вас, подписончиков, которые перешли, показать. Смотри, мы просто прописываем команду MM, переходим в раздел «Другое», «Мои рефералы», и здесь вас просто целая куча, я даже вас всех называть не буду, потому что вас реально дофигища. Я только лишь хотел сказать то, что вас перешло в эту игру больше 200 человек, прикиньте, 200 человек, которые скачали эту игру. Это просто офигеть, столько подписчиков. Некоторых из них я, кстати, встречал, и знаешь что? Они у меня просили денежки, и я им, конечно же, их давал. Поэтому это еще один лайфхак, как можно заработать деньги на этом сервере. Ты просто находишь меня в игре, пишешь в чате «Купик, дай денег», и без проблем я тебе просто накидываю денежки, которые у меня есть на балансе. А я все же мельком хотел показать, кто вот эти чуваки, которые зашли в игру. Вот если здесь зелененько, то значит они достигли третьего уровня, и это просто сверх красавчики. Вот вам отдельный респект. Так вот, давай начнем тебе потихоньку показывать. Вот еще одна страница. Вот еще одна. Давай просто посчитаем, сколько у нас будет всего страниц. 3, 4, 5 страница, 6, 7, 8. Капец, оно уже даже лагает немного. Так, 8 страниц, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У чувака даже не Коля Купик. Нормально. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 21 страница, и даже дальше не листается, там такого не должно быть, 100%, то есть вас больше, чем 210 человек. Офигеть можно. Так, я забыл, что я хотел сделать. Я хотел взять и пойти в банк, чтобы снять мои законные денежки. А, кстати, знаешь, что я еще подумал? Если ты хочешь попасть в следующий видосик, ну вот, как сейчас чуваки попали, то тебе для этого нужно сделать всего лишь несколько действий. Самое главное, чтобы у тебя был телефон или планшет на андроиде. Так, стоп, Никита Кудрин. А что, если это тоже подписчик? А, нет, это просто обычный попрошайка. Он спрашивает, есть сотка? Нет, у меня для тебя сотки нету. А вот если бы он был подписчиком и сказал бы, что он подписчик, я бы тогда ему без проблем дал. Поэтому пользуйся этим лайфхаком и смотри внимательно, как скачать эту игру. Вот сейчас пару минут нужно реально посмотреть очень внимательно. Так что раскрывай глаза на максимум, смотри, а я пока что в это время сниму себе денежки. Как я тебе уже сказал, ты можешь поиграть в GTA-шку прямо со своего Android телефона или планшета прямо вместе со мной. Причем лаунчер проекта Murder RP установит игру сам за тебя. Установка происходит в 3 стадии. Первое, переходим на сайт проекта прямо по моей ссылке в описании. Переходим в раздел «Как начать игру», скачиваешь лаунчер и устанавливаешь на свое устройство. Второе, запускаешь лаунчер на своем телефоне и выбираешь пункт «Установить клиент». Перед тобой встает выбор «Лайт-версия» или «Полная». Ты, конечно же, выбираешь сам, но я установил «Фулл-версию». После установки переходим в пункт «Сменить ник». Теперь тебе нужно просто придумать, какой у тебя будет ник в игре, но он обязательно должен быть имя, фамилия. У меня, например, Артем Купик. Третье. Выходишь с лаунчера и запускаешь приложение Murder RP. В поля ничего не вводим и выбираем серый пункт «Оффлайн». После чего откроется главное меню игры. Просто листаем в конец и выбираем пункт «Options». Дальше снова листаем в самый конец, выбираем раздел Language и меняем язык на русский. Обязательно в настройках заходим в раздел Display и отключаем тени и отражение от машин. Чтобы зайти в игру, в главном меню выбираешь раздел Multiplayer S3. На видео показан Multiplayer S1, но если ты хочешь поиграть со мной, Multiplayer S3, запомни. Теперь тебе нужно просто пройти регистрацию и придумать пароль, но если такой ник уже занят, тебе нужно просто поменять ник и снова зайти в игру. В следующем окошке укажи свою почту, а дальше не забудь указать мой ник, то что я тебя пригласил, чтобы ты, конечно же, получил денежки. Просто выбираешь себе скин, тыкаешь на чат и прописываешь команду /start. Не забудь прочитать информацию о сервере, которая находится на столике правее. Я этого не сделал, и теперь я вообще нифига не понимаю. Приятной игры на просторах Murder Roleplay. Давай быстрее заходи, погнали играть вместе. Так, ну что ты там, досмотрел уже или нет? Я пока что потихоньку снимаю деньги, снять нормально, плюс 500 косарей в карман, и у меня на балансе просто 1 013 000. Ладно, раз вот эта девочка, ой, точнее, раз вот этот Никита попросил денежек, давай так уж и быть, ему тогда немножечко откинем. Pay 308, 260 долларов, давай, чтобы у меня было ровно 1 013 000, чтобы число было немного покрасивше. Хотя, знаешь, что я подумал, давай мы еще ему 3 косаря накинем. 3000 перекидываем, игрок слишком далеко от вас. Никита, иди сюда,
я тебе хочу еще деньги дать, это самая настоящая раздача денег, офигеть. Где такое еще видно? Так, стоп, а почему так стало резко темно? Артем Купик достал деньги и передал их Никита Кудрин, или Кудрин, не знаю как правильно, ну в общем, в любом случае я просто решил взять и поддержать немного чувака, а кто-то мою тачку сломал, я не понял, она же вроде бы целая была, или нет, или я сам ее так разбил. Ладно, что-то я этого немного не заметил, но вот мне желательно мою машину закрывать, потому что она, блин, на самом деле очень дорого стоит. Так, а я пока что хотел сгонять до мэрии и посмотреть, где у нас еще есть свободные домики. Так, а где мэрия? Что-то я опять запутался, ладно. А, я вроде бы там еще кушать хотел, да? Так что давай быстренько заедем, перекусим, я в принципе не против, тем более, что денежки-то у меня сейчас есть уже. У меня, блин, еще 100 баксов за вход забрали, а тут смотри, какой бардак, просто хоть бы убрался этот чувак. Ладно, так, картошка фри сред, а, типа большая, окей, я понял, давай возьмем, конечно же, самую большую, возьмем еще двойную бургер, потому что я очень сильно хочу покушать. Так, бургеры мы забираем. Все, а, я не голоден. Окей. У меня даже еще счастье поднимается нормально. Вы счастливы на 68%. Это на самом деле очень хорошо. Теперь отправляемся в мэрию. Чувак, хочешь, я тебе покажу, что такое настоящий дрифт? Да. Все-таки, видимо, дрифт это немного не мое. Но в любом случае, я так думаю, то, что машину мне разбивать нельзя. Нужно ездить чуть-чуть поаккуратнее. Что-то я это немного так задумался, видимо. И дрифтить мне реально лучше не стоило. А я пока что очень быстро забегаю в мэрию. Мне нужно это сделать как можно скорее. Потому что если там есть свободные дома, то мне нужно их по-любому забирать. И знаешь что? Я бы так-то себе какой-нибудь домик прикупил на Вайнвуде. Это который самый элитный район в этом городе. Ну, ты, наверное, скорее всего, знаешь. Так, свободные дома и бизнесы. Дома. Город Лос-Сантос. Элитный. Элитных домов здесь нет, окей, а высокий класс? Высокого класса тоже нет, а средний? О, есть дома среднего класса. Давай тогда, знаешь, слишком сильно выпендриваться не будем и просто возьмем себе домик среднего класса, например, вот такой. Так, он сколько у нас стоит? О, так всего лишь 180 косарей, так это же вообще фигня. Так, домик 132, найти на карте. Все, на карте я уже отметил, теперь осталось просто до него добраться. И, кстати, это будет очень хорошо, то что домик находится прямо здесь недалеко. Только желательно будет про него не забыть и сразу же его оплатить. Так, у меня там тачку еще хотя бы никто не угнал. В смысле? А, фух. Я уже испугался, я уже думал, у меня тачку сперли. Не-не-не, такого допускать 100% никак нельзя. Осталось теперь узнать, где находится мой домик. Хм, так это вообще получается в Грув-стрит, да? В этом райончике криминальном? Угу, опасно, конечно. Ну ладно, а что у нас остается делать? Так, знаешь, у меня вот что-то случилось с записью, я сейчас специально проверил, и она мне такая решила сказать... Хм, Кубик, ты видосик снимаешь, да? А вот фигушки тебе с макушкой, давай-ка я, пожалуй, остановлюсь. Но ты не переживай, я, конечно же, все заметил, и сейчас я быстренько пересниму, пока здесь ничего не произошло. Смотри, в общем, рассказываю тебе вкратце. Я доехал до этого домика и решил, то, что мне нужно все-таки его приобрести, потому что смотри просто, какой он... Ну да, я согласен, не самый крутой, но мы же деньги просто экономим, чтобы просто взять и создать самую настоящую семью в GTA-шке прямо на андроиде. Вот он, вот, видишь, у меня телефон Android есть, я играю сейчас прямо на нем. И специально, чтобы поэкономить немного денег, я решил купить этот дом за 180 тысяч долларов. Я сейчас подожду еще 5 минут, и домик наконец-то станет моим. Это на самом деле очень хорошо, и эта новость на самом деле меня очень сильно радует. Ну а пока я жду, пока у меня купится мой домик, я тебе хотел напомнить, смотри, вот где находится мой дом, вот видишь, здесь бургер такой, подъезжаешь к нему, и здесь вот мой дом, короче. Просто берешь его, находишь, переезжаешь прямо сюда, и когда я буду снимать следующую серию, мы с тобой пересечемся, ты напишешь: Кубик, я твой подписчик, дай мне денег, и я тебе дам денег, вот и все. Поэтому я буду тебя ждать прямо здесь, около своего дома, чтобы мы с тобой создали самую настоящую семью. Опа, мне еще и деньги дали, нормально, это, конечно, очень вовремя. Ну, а я пока что сяду в тачку, подожду еще 4 минуты, чтобы купить дом, а ты просто сейчас берешь в руки свой телефон на андроиде или планшет и скачиваешь на него игру, как я тебе рассказывал об этом пару минут назад. Только самое главное, не забывай указывать мой ник, когда входишь в игру. Артем Кубик, вот он, видишь, там здесь висит. Я специально тебе его показываю, чтобы ты ничего не перепутал. Надеюсь, то, что ты же ничего не перепутал. Да? Ты все правильно сделаешь? Молодец! С такими шагами мы 100% сможем прийти к нашей семье прямо в GTA-шке. Ух, я это жду, надеюсь, что это уже будет в следующей серии. Ну а чтобы ее не пропустить, тебе нужно поставить колокольчик. И смотри, если ты еще не подписан, вон там вдалеке есть кнопка подписаться. Ты прямо сейчас на нее нажимаешь, а я с тобой не прощаюсь, потому что здесь, вот тут еще сбоку, появилось еще одно видео. Ты просто берешь и на него кликаешь, чтобы посмотреть, и все будет просто круто. Все, сделал. Давай я еще 2 секунды подожду. Раз, два, три.